Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1239, события дня. Псалом 21:20. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избави от меня душу мою от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. За 8 мая 2019 года. Ну, вот наше объявление. Сестра тут умерла. Почему-то темнит. Буквы такие расплывчатые. Вроде бы второй раз уже переделываю. Вот если у людей помочь, затормозите и дальше прочитайте. Тормозите. Тут дальше Екатерина пишет. Я буду указывать, откуда до куда. И опять не видать ничего, нельзя считать. Как это так? Почему? Не знаю, что сделать. Я выставляю то, что братья тут разговаривают, чтобы можно было просчитать, чем, какие события. Это события очень важные. По Слову Божию беседует о символах веры. Не знаю, тут видно, не будет, не видно. Но затормозите, попытайтесь просчитать. Себе и победы. Вчера тут было, я посмотрел. Наши слова, оказывается, взятые, песнопения есть, а ну, фото с солдатом, меченосцем. Ну, вот так вот поют. Все даже можно показать, как это у них сделал. Кто сделал, я этого не знаю. Вот так. Видео. Пока. День Победы. Вот сейчас посмотрим. Победа в 1945 году выпала на пасхальную неделю. Да и почти каждый год Пасха и День Победы идут вместе. День Победы почти всегда попадает в 40 пасхальных дней. Это Христос даровал нам победу. Победу над смертью, чтобы остановилась эта кровопролитная война. Предлагаем вашему вниманию песню «Христос воскрес и День Победы», которая объединяет этих два праздника. Песня с текстом, и можно ее петь. Желаем приятного просмотра. Иисус принес, разгромил врага.
воскресенье, день воскресный даже прах, Иисус наш милосерд, как и вчера, этот день победы Иисус принес. Никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг, Пасхаличная жизнь лишь только миг. Этот день победы Иисус принес. Разрами врага воскрес Христос и младенец. Для припева, чтоб возрос, так, посмотрели мы, теперь снова продолжим дальше. Тут вот как раз День Победы, поется разные места, именно как он возник, тут сестра одна попросила, вот, жёлтую. Сестра Нина позвонила нам, и мы как-то так получилось, что дали. Считай дальше. Вот теперь они между собой опять разговаривают. Я не буду засчитывать, но мы все оставляем, кажется, для потомков. Пожалуйста. Можно просчитать. Это оставить. Может быть, опять туманно, не знаю. Не гожусь. Вот у нас вот затеяли мы. Затормозите этим курсором, и дальше можно просчитать.
стихотворение, стих моего отца, написан вчера минут за 20. С чистого листа, без поправок. Ну, я так без поправок и оставил, сохранил, разбил на куплеты. И... Виден настрой человека, виден, как заботится о Божьем. Не поэт же там. Тут недостатков можно найти много в каждом из нас. Человек старался. Вот. Евангелие говорят, там переписывали, как эти мусульмане говорят. А я пишу, это совопросники люто невежественные, безгранично блудливые, в самом грязном смысле. И думать отказываются. Во-первых, Евангелие от Марка написано через 7 лет после воскресения Христа. Евангелие от Матфея через 5 лет. У этих невеж совершенно нет логики. Говорят, что поздние переписчики что-то изменили умышленно. Они, не зная оригинала, не имея возможности, если бы даже и желали сравнить, лгут и клянутся привычно и безбожно. У Марка нет Нагорной проповеди, что ни одного евангелиста нет того, что есть у Иоанна, и что. Они дополняют друг друга, они противоречат. Или вот, знаете, сколько дней до этого написано «Чайки Албатрос» — это Игнатий, остальное — современные христиане. Вот посчитайте, какими словами выразил он свое настроение человек, старался. Ясно дело, что это не Евтушенко Евгений, не Расул Гамзатов. Но мысль заложена большая, можно подправить маленько. Видно, что ревнует человек, старается, чтобы греха не было. Вот эти стихотворения я и взял себе. Подскажите, где в ваших книгах или в книгах каких-то авторов, которых вы бы посоветовали, о датировке Евангелия можно почитать? Я отвечаю. Вот тут все. Вот, пишу ему, храни вас Господь в истине Святой Православной Церкви, всегда и со Христом вовеки. Иван пишет следующее. А я пишу, попробуйте начать с первой папки. Вот какие папки у нас на сайте, в нашем, какие в каждой папке, тут 4124 вопроса, ответа. Вот смотри, под номером папка. Что Вячеслав отвечает, что я отвечаю ему, переписка такая сохраняется. Кто-то когда-то наткнется, понравится, может быть. Вот опять, видишь, оказывается, затуманил, я не видал. И вот такое дело. Ну и что показать? Наши ресурсы. Вот это вот у нас мой мир. Тут много что в моем мире. Вот у меня тут я где в шапке, вот это вот, тут можно смотреть. Чтение покаянного канона Андрея Крицкого. Раньше никогда не встревал тут так, а теперь стал даже выставлять. Ну, хорошее становится это. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот он, 1607. А вот тут идет обработка. Сейчас за Златоуста включаю. Вот видишь, что попутно сейчас сразу же и говорю. Вот я закачиваю сам Златоуста проповеди. Вот как раз проповеди сейчас и закачиваем. Сохраните, сохранить все. Вот смотрите как. Сейчас прямо при вас это все. Вот. Все.
Вот это будет. Есть что? Или общее там отдельно еще выйдет, не знаю. Это я показываю прямо на месте сейчас. Ну, вот так. Теперь я что, выхожу на общее. И теперь общее, это что у нас? Златоуст 5, теперь 7. Теперь заставить, у меня заранее заготовлено жития святых 7. Вот так. Где-то жития тут надо сейчас поискать. Жития святых. Так. Вот оно, жития. Вот они здесь, жития. Я их выделяю. Жития святых на неделю. Все, как понеслась, родная. Все, теперь вот оно все, вот они идут, как Дионисий Радонежский, Иосиф митрополит такое. Ну, пускай там пока идет. Дальше показать наш мой мир. Вот оно, откуда я заснял эти ответы. Вот тут ответов. 4124 вопроса. Вот если будут обрабатывать, то большая часть может войти. Ну, канал все, собственно, у нас вошло. Я кое-что у меня тут заряжено. Показать, чем я занимаюсь. Ага, вот что это такое? Утренние молитвы. Вот это у меня заканчивается. Утренние молитвы. Ну, ладно. Утренние-то молитвы, это ничего. Каждое утро у нас идут, и много считается там из к истинному православию. Дальше что? Это вот, как Папу Римского встретили в Болгарии. Ну, тут два Яндекса у меня. Вот это что? Генрих Мюллер, «Жизнь после смерти», «Тайна века». Что меня это интересует? А нужно ли? Да Бог его знает, нужно, не нужно. Вот мужчина рассказывает, как он воевал. Правда, растяжение времени и жизни. А дальше. Последний миф, все в одном. То есть 8 часов продолжается ролик. А может быть и 4 часа 29, уже ужатое. Это Резон или Суворов, Виктор. Виктор, вот, пожалуйста. Ну, а дальше уже переводчики, чтобы работали. И больше-то ничего и нету. Вот они, наши ролики. Вот, которые его посмотрели. Сколько? Сейчас погляжу. Это День Победы. 167 часов за 6 часов. У нас небольшая посещаемость, но все-таки есть. Вот 36 496 подписчиков и просмотров 35 336 103. Откуда они набрались миллионы, ничего не знаю. Благодарящий Бога за все.